Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. В 1902 году ушел из жизни французский военный и государственный деятель, бывший министр и депутат Национального собрания, кавалер Большого Креста Ордена Почетного Легиона, последний кавалер и почетный концлагерь Ордена Освобождения Юберт Жермен. Церемония прощания с отдаянием особой почести состоится 11 ноября 2021 года у Триумфальной арки в Париже и в форте Мон-Вальерен. Похоронен будет в специальном склепе мемориала сражающейся Франции в форте Мон-Вальерен. Юбер Жермен родился 6 августа 1920 года в Париже в семье офицера французских колониальных войск Максима Жермена, в дальнейшем генерала армии. Обучался в франко-арабской мирянской миссии в Дамаске в 1930-32 годах, в лицее Альбера Сарра в Ханое, в лицее Святого Людовика. В июне 1940 года Жермен сдал вступительные экзамены в военно-морское училище. После вступления немецких войск в Париж и капитуляции Франции смог 24 июня 1940 года переправиться в Великобританию, где вступил в ряды вооруженных сил свободной Франции, был назначен на линкор Курбе и зачислен на военно-морские офицерские курсы. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.